Я верю в чудеса, что не стухла колбаса. И вот у нас набор. Привет, это товарищ Сафронов, дружочек-пирожочки, адвент-календарь. Верь в чудеса. Верь в чудеса. Мы верим, 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 верим в чудеса. Это же Сима Лент. И мы поэтому верим в чудеса. 12 сюрпризов. Милый зайчик, если вы не знаете, в чем подвох, то посмотрите этот выпуск, а потом посмотрите предыдущий про Сима Лэнд. Можете просто адвент-календарь Сафронов набить в YouTube и увидите. А тут у нас верь в чудеса. Happy Valley. И... О, господи, эта штука на меня напала. Буквы накинулись на меня. Блин, дислексия — это очень неприятное зрелище. Я, у меня и так они скачут, а тут... А, склепоморда! Что? Зайчушошка! Зигмунд... Что? Я читаю эти слова. Вот здесь. Спрятались 10 зимних слов. Да. Например, омерзителен, да, смотрите, ущелка, например, зимнее слово, да, ущелка, или, например, емрзр, тоже вполне себе, агоркиоик, вот тоже, вот, снкичьязгзя, вот тоже новогоднее слово. Давайте открывать новогодний календарь. Итак, первое окошко открываем и смотрим, что же там нам попадется в Сима Лэнд. А, я не могу открыть, придется морковкой пихнуть немножко. Так, так, что же там нас ждет? Верь, новогоднее чудо. О, вау! Шар? Шар? Окей. Что дальше? Дальше открываем. Второе число. И... Опа. Ой. И здесь все рванул. Ёлка. Ёлка. Половина ёлки. А больше не надо. Половина ёлки. Та-та-ра-та-та-та. Половина ёлки. А больше не надо. Ну, вы поняли. Новогоднее настроение. Так, второе, третье число. Здесь не нужно искать, здесь все разведем. Дринь-дринь, 13. Вот, 12, я что-то думал, 13. 12 сюрпризов. А почему 12? Какой-то адвент-календарь странный. Что 12 числа? Или его надо как бы дарить за 12 дней до Нового года? Все рассчитать надо, когда странно. Верить в чудеса. Ну, не больше, чем 12 раз можно верить в чудеса. Я продолжаю верить в чудеса. У нас тут колечко, колечко, кольцо. Цо-цо-цо-цо-цо-цо-цо-цо. Вот такое колечко. Ну, окей, хорошо. Слушайте, это уже прогресс по сравнению с календарем, который был для мальчиков. Это просто уровень, вышечка, пушечка, бомбочка. Вот потому что вы помните, что было в прошлый раз. А в прошлый раз была беда. Была беда, да. Так, открываем следующий и смотрим. Оу, йоу. Это русала. Русалочка, оу-оу, у нее такие звезды повсюду, да? Такие звезды, вот тут и тут. Русалка, резиновое кольцо, то было не резиновое кольцо, а это резиновое кольцо. Вот такие вот вы вещички тут. Давайте следующее число открываем, давайте, да я сразу буду давить морковкой. Ой, это... Магнит? Это магнит? Нет? Чему? Есть у меня тут железо? В организме недостаток железа. Это не похоже на магнит. Это просто пол пингвина. Половину пингви. На-на-на-на-на-на. Ну, вот так вот. Так, ёлка, значит, это кольцо, пол пингвина. Вот такой вот у нас набирается чудесный календарь. Дальше втыкаем, как говорится... Тыкаем. И опа, опаньки. Так, оттыкаем. И тут... О, это веревка отсюда или не отсюда? Откуда эта веревка? Отсюда, наверное, потому что это половину оленя больше не надо. С веревкой. Пол оленя с веревкой. Вот такой вот. Типа у нас брелок. Олень, который замотался рогами в... Эти. Ну, как они называются? Гирлянды. Вот, да, ну ладно. Так, хорошо, уже неплохо. Такое себе, ничего. Ну вот, так.
И, о, а, у, и, а, о. О, о. О, это мы видели в каком-то наборе, да, где-то там. Это защелка, прищепка, заклепка, приклепка, клипса, мипса, заколка, приколка в виде елка. Вот так, ну вы знаете. Так, я думаю. Так, дальше. Открываем. У нас тут 8 число. Радости нет предела. О, еще одно. Кто бы сомневался. У них этих штук, видимо, но завались. Завались. Подарочек то же самое. Тоже было. Видели. Видели. Видели, знаем. Плавали. Знаем. Слушайте, ну, идем, по крайней мере, на рекорд. Сималэнд. Ни одной пока бумаги здесь не было. Но сейчас тут, небось, будет, да? Вот прямо здесь. Нет? О! Опять арбизы. Слушайте, в прошлый раз мне кто-то написал реально трэш. Кто-то может подумать, что это конфеты. И попробовать. И, скорее всего, частично смогут дети. Seven color crystal ball. Вы уверены, что 7 цветов? Это синий. Это синий. Он не изменит свой цвет. Вы поняли? Это просто разноцвет. Должны быть разноцветные, но одноцветные арбизы. И если на них не написано, что это арбизы, ну... Что-то не надо есть, да? Нигде. А, ну, тут единственное, что можно какой-то текст хоть прочитать. Тут хоть что-то есть, что это, что это шарики. А, так, вырастают, и все. Для цветов, вот такое вот. Тут написано, что для чего это. Изначально, кстати, арбизы использовались как питательная среда для цветов. То есть вместо грунта там и воды дольше держат шарики. Ну и прикольно могут выглядеть. Так, а тут... О, резина. Как говорится, резинка для волос. Вот такая. Две резины для волос. С бантиками. Сделано, конечно, такси. Прям отклеивается, как-то отмазывается, как будто соплями все это пришпандырено. Но все же есть. Так, теперь открываем следующий слой. Ага. Ага. Следующий слой тоже есть. И это тоже мы такой, похоже, видели. Браслет бусины маты. Он растягивается и может оборваться. Но в целом бусинки выглядят прикольно. Матовые бусинки. Так, и последний у нас, 12-й, самый главный подарок, как всегда, вот, это, ага, это тоже мы видели, и это вот, ну, это, кстати, выглядит неплохо, какие-то тоже такие резиночки для волос, вот, соответственно, отон, эти шарики у меня еще повсюду. Я понял, 300 рублей, друзья мои, цена 300 рублей этого календаря. Давайте посмотрим, что вот у нас входит. У нас входит сюда, входит и выходит, замечательно выходит и прекрасно входит. Резиночки, браслетик, две еще резиночки, куча арбизов, подары, эти две такие вот заколки. Значит, брелочек с веревочкой, какой-то пол пингвина, кольцо, резиновое кольцо, пол елки. И прыгающий мячик. Вот. Ну, конечно, это куча мусора за 300 рублей. Как бы мы здесь, как бы все здесь так же остается. Все то же самое. Да. Ну, вывод я не знаю какой. 300 рублей. Вы сами делайте вывод. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если хотите еще адвент календарей в Сималэнд, будете знать, что покупать, что не покупать. 300 рублей стоит это или нет. Напишите ваше мнение. Очень интересненькое. Ну, в этот раз, по крайней мере, такой трэша нету. То есть просто... Мячик убежал. Просто мусор. Просто мусор. Ну, не мусор, просто такая бесполезные штучки, фигнюшки. Ну, хотя бы... Но за 300 рублей это прям, ну, что-то как-то прям за 300, ну давайте сколько, 300, вы знаете, изначально цена 399 рублей, потом по скидке 225 рублей, и оптовая цена 200 рублей, реальная цена рублей 30, наверное, вот, я думаю, что за 399 отлично продавать с наценочкой в 100 раз, я думаю, вот так вот. А кто-то и за 500 продаст. Наверное, какой-нибудь Озоне, барыги продадут вот это вот все. Ставь лайк, если ты барыга. Я не знаю. Дариныч, привет. Вот он пришел, наш барыга. Так, что тебе нужно отсюда? Резинки, еще что-то? Ладно, все, всем пока и до новых встреч. Ставь лайк за кота. Вот так. Та-та-ра-та-та. О, умывается.
Пока.